Всем привет! В этом видео поговорим о том, что президент России назвал бессмысленным решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Российский президент прокомментировал недавнее решение Финляндии и Швеции стать частью НАТО. По словам Владимира Путина, с военной точки зрения указанное решение является бессмысленным. Оно никак не защитит Финляндию и Швецию от возможного российского удара, который может последовать в ответ на агрессию со стороны НАТО. Ввиду развертывания блоком НАТО воинского контингента в Скандинавии, прямо у границ Швеции и Финляндии вскоре появятся российские войска и системы поражений. С точки зрения национальных интересов, власти Финляндии и Швеции поступили недальновидно. Российский лидер предположил, что местным элитам захотелось стать членом элитарного западного клуба и укрыться под ядерным зонтиком. Однако от ядерной войны зонтик не убережет никого. Тем не менее, очевидно, что принятие северных стран Европы в НАТО создает угрозу безопасности России в Арктике и на Балтике. Членство в военном альянсе Швеции и Финляндии увеличивает протяженность границы России с НАТО на 1300 километров, что вынуждает оперативно заняться ее укреплением. Согласно соглашению о военном сотрудничестве между Финляндией и США, на финской территории США смогут создать до 15 крупных военных объектов, включая полноценные военные базы, казармы пограничной охраны, военные аэродромы, военные полигоны и склады с оружием и техникой. Вероятно, аналогичные права в военном отношении американцы получат и на территории Швеции. Эксперты журнала «Военная мысль», выпускаемого Минобороны России, отмечают, что членство северных стран Европы в НАТО потребует наращивания численности и укрепления боевого потенциала сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, для возможного нанесения ударов высокоточным оружием по военным целям Финляндии и Швеции. Помимо этого, существует необходимость укрепления безопасности важных объектов военно-промышленного комплекса Архангельской и Мурманской области и транспортной инфраструктуры указанных регионов. Это потребует немалых сил, средств и времени.